Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay, и сегодня мы с вами поиграем за Гейла в игре Brawl Stars. Возможно, этот видосик не будет такого уровня, как остальные мои видосики. Может, просто, ну, типа, просто каточки. Это не очень такой крутой контент, но я все-таки хочу позабивать трикшоты за Гейла. На маленьких кубках себе позволить трикшотики позабивать, потому что раньше я забивал трикшоты, там, типа, любил трикшотиками, а сейчас у меня все просто на 600 плюс, на 650, точнее, плюс, абсолютно все, кроме Гейла. И не могу себе позволить, потому что, ну, руинить катки я не хочу другим, а на твинке у меня нету времени играть. Ну что же, давайте, ребята, ну что же, полетели, ребята. У меня немножко подлагало что-то, интернет или что-то такое. Ну, короче, катку не сразу запустила. Так. И что там Роза делает? Ну, короче, это маленькие кубки. Возможно, за меня даже будут забивать, потому что... Ну, короче, ну, блин, посмотрите, какие они нубы все. Вау, мой мячик, мой мячик, мой мячик. Давай, вот такой вот. Пау! Ну, я тупанул. Наверное, надо было не такой трикшот делать, а немножко другой. Так, мой мяч, я за мячом, мой мяч. Ай, Поко, блин, опередил меня. Вот это гад. Блин, я хочу забить трикшот. Поко! Он забьет? Нет, он не забил. Так, тихо. Давай вот так вот. Опа, их. На. Давай вот такой. Опа! Ай-яй-яй-яй, стеночка. Какая же ты коварная-то, а? Блин, жаль. Жаль, залетело бы круто, если бы не эта стеночка. Но, к сожалению... Так, давай, мой мячик, мой мячик. Ага, не дам тебе, Роза. Ты и так уже трикшот забила, так что не надо быть наглым таким челиком. Так. Так. Сейчас будет ульт. Опа. Ты чё? А, она ульт использовала, все отлично. Так, чик. Есть, ульт набит. Так. Готовимся, ребята, готовимся. Так, давай. Вот такой вот трикшот хочу. Хопа. Ай, блин, там Эль Прима. Зачем я так сделал? Ну я... Так. Мой мячик. Ай-яй-яй-яй. Ну я серьезно, ребята, немножко тупанул очень сильно. То, что пошел такой трикшот забивать. Хотел более какой-то такой крутой трикшот. Потому что обычный это не особо удивление. Но все же, ребята. Так, давайте. Не, с вами я не хочу. Вы тоже трикшоты бьете. Я не хочу с вами трикшоты бить. Потому что я один хочу трикшотить. Сегодня, возможно, апну Гейла на 500 кубков. Сильное заявление, но у меня он 8 силы, я его сразу прокачал на почти фул, потому что я копил нижнюю дорожку, у меня фул аккаунт, просто мне падают ппшки на Гейла. Так, давай, опа, пюм, гол. Ну, такой обычный трикшот, у меня просто ульты не было, жаль, что у меня ульты не было. Так, отлично. Ну что ж, давайте такой вот супер трикшот, давайте вот такой вот. Пэм, гол! Denplay забивает. Вот такой вот крутой трикшотик получился, довольно-таки необычненький. Ну, обычненький, возможно, для кого-то, но, блин, прикольный. Не, давайте я пойду с новыми рандомами, не хочу с теми. Вау, три танка. А, нет, динамайк, я не обратил внимания. Так, давай. Есть, ульт нафармлен. И готов трикшот. На! Есть! Новый трикшотик. Вот такой вот обычный трикшот. На этой карте это самый универсальный трикшот. Его даже можно бить на высоких кубках, серьезно. Блин, дай мне пас, пожалуйста, Эль Прима. У меня ульт есть. Ну куда ты? Я понимаю, что они на маленьких кубках, они нифига не понимают. Так, тихо, отойди. Отойди от меня. Есть, он улетел. решил полетать в космосе. Вот посмотрите, челики играют на вторая, третья, четвертая, там третья, а я на восьмой такой за Гейла. Понимаешь, блин, нифигово так. Вот донатер я. Ну не донатер, я купил эту, у меня просто фуловый аккаунт, и я... Вы посмотрите просто, пожалуйста, видос, в котором я выбил Гейла. Это предыдущий видосик, ребята. Посмотрите, он очень топовый. И сами убедитесь, что я его прокачал на фул. Там не из таких там ящиков. Где-то ящиков 2 мега ящика или 3 бигбоксиков, там 10. И все, и почти фуловый Гейл.
Реально жестко, ребята, посмотрите. Прошлый видосик очень круто получилось. Так. Давайте расфигачим этих челиков и забьем еще один трикшотик какой-то топовый. Так, давай. Ульт нафармлен, есть. Нита надо убить, потому что она очень надоедает. Так, выцы. Убиваем. Жала. Ну, короче, это такие никнеймы. Из нуба в про. Круто, да, крутой никнейм. Ну, правда, ты про никогда не станешь, бро. Сорян. Ну что ты делаешь? Так. Это Гермиона 2.0. Ну давай, забей. Понятно. Не забивают голы мои рандомы. А я попытаюсь. Ой, почти залетело. Но это такой халтурный удар, если честно. Просто меня там зажать могли легко. Так, есть. Ну, могло бы залететь, если честно, могло. И, кстати, вы этот видосик смотрите без рамочки, потому что каточки должны быть на полный экран, трикшотики. А такие видеоролики, к примеру, как я выбил Гейла, там будут на... С рамкой, короче. Из нуба в про, забивает гол. Но все равно ты про не станешь. Так, и давайте оттолкнем вот так их. На, блин, я хочу мячик. Мой мячик, есть. Ну что же, давайте, блин, какой-то тупой трикшот сейчас будет. Давайте вот такой вот от стеночки, да. Ну почти от стеночки, ну, короче, не было возможности забить трикшот сейчас. Так, отлично, блин, круто я Гейла так прокачал. Круто на нем играть, серьезно, я получаю на нем удовольствие. Вот, к примеру, от бойца там какого. Ну, к примеру, от... Сейчас, я вспомню, кого мне было больше всего сложнее апать. Ну, я не знаю. Ну, к примеру, Тик, я от него удовольствия не получаю, когда играю. Мортис, да, я получаю, потому что круто мочить челиков там, забивать... ульт Фрэнк использовал зря. Давайте вот такой вот. Найс. Нет, не залетел, к сожалению. Давай. Сейчас будет. Давай, на! Нет, не залетел. Ульт нафармлен, 59 хп, правда? Да почему мне приходят эти уведомления на почту? Я не понимаю, блин. Учителя, хватит заданий, пожалуйста. Уже конец, блин, года. Они там задают, блин. У кого тоже обучение вот такое вот, немножко тупенькое, то ставьте лайк. Или напишите в комментариях, нравится ли вам отдаленное учение, как учение, учеба. К сожалению, за меня забили гол. Ну, как бы, к сожалению, я хотел забить трикшот, но ко мне там привязался Барли или кто, я не помню уже. Давайте пойдем еще одну каточку сыграем. Очень быстрые катки, очень изи играть на Гейле. Я вот серьезно, вот мне даже на нем легче играть, чем Спраутом. Легче играть, чем за Спраута. Вот я вам серьезно отвечаю. Вот за Спраута, ну, надо скилл. Но мне на нем легче играть. Мне на нем легко играть. Я его на 700 апнул легко, просто как бы не заморачивался особо. Ну почему мячик всегда на линии останавливается? Я не могу так терпеть. О, там Роза еще. Так. Многие, ну да, Спраут это скилловый боец, как бы на нем надо уметь играть, но мне лично на нем изи играть, но на Гейле все равно легче играть, не знаю почему. Ну это маленькие кубки сейчас и, возможно, потому что у меня 70 кубков на нем. Обязательно будет видосик, как я его апну на примерно на 700, на 650, не знаю. Будет видосик обязательно. Блин, к сожалению, я сегодня... Точнее, в этой катке я не забил ни одного гола. И трикшота не забил ни одного. Так что пока, челики, давайте я с другими пойду, которые будут давать мне забивать голы. Так, к сожалению, нет. Сейчас не буду играть, потому что я апаю Гейла на высокие кубасики. Так, давайте последняя эта катка будет. Потому что смотреть 20-минутный ролик или сколько там минут, я не знаю. Будет не очень круто. Блин, я ульт случайно. Я хотел
Ладно, ладно, не, я не хочу сейчас бить трикшот. Подожди. Главное терпение. На. Сейчас набьем ульт. Так, так. Есть ульт и готов. Ульт заряжен. Ульт заряжен, но Джеки! Ну нет, нет. Блин, наверное, надо было бить обычный удар. К сожалению, я ульт тогда просто использовал зря. Но ничего страшного. Думаю, сейчас все будет нормально. Так, давай, давай. На. Не, есть. Ну, он очень имбовый. Ну, посмотрите. Давай, забивай. Блэд позди. Ну, что ты крутишься? Ну, блин. Он сейчас не забьет. А нет, забил. Позитифончик. Давай. Давай. Есть. Отлично. Мой мячик. Есть. Мой мячик. Трикшот готов. Заряжен. На вот такой вот трикшотик. Ну, конечно, обычный трикшот. Хотя можно было какой-то умудренный трикшот сделать с левой стороны. Кстати, давайте на 100 кубка его уже апнем. Последняя каточка. Возможно, будет длинный видеоролик, но кому нравятся каточки, тот смотрите. И обязательно вы крутые, если досмотрели до этого момента, то напишите слово Гейл очень крутой боец. Все, вот такое вот не слово, а, ну, короче, вы поняли. Ой-ой-ой-ой, я затупил. Я очень сильно затупил. Или напишите просто Гейл топ. Все. Я буду знать то, что вы крутой подписчик и вы смотрите видосики до конца. Так, да, есть, залетит. Да, залетело. Отлично. Гейл топ, пишите и просто похвала от меня. Пахлава. Не, похвала, не пахлава. Короче, давайте вот такой вот еще. На. И Бул отбивает. Отлично. Точнее, просто забрал себе мяч. Давай, пожалуйста. Нита, дай пас. Но мне надо трикшот. Вот ты, конечно, и профессионал. Профи, просто про. Давай, опа. Блин, Бул помешал. Я, конечно, не мастер трикшотов, но просто я давно уже не бил трикшотики. Хотя люблю, на самом деле очень люблю такие голы забивать. Забивает Джеки. Вот мне серьезно хочется и хочется дальше играть. Но я понимаю то, что, возможно, вам это будет неинтересно. Ну что ж, давайте, ребята. Кстати, напишите, если хотите геймплей, просто там 30 минут видосика, как я играю, напишите обязательно. Будет интересно почитать. А я сегодня уже 100... Точнее, не 170, а 100 кубков ровно сегодня апнул. Ну да, потому что Гейл уже 100 кубков. Круто. Круто, на самом деле, играется. Ну что же, ребята, давайте, до новых встреч. Встретимся уже завтра. Или же сегодня еще выйдет видосик, как я апаю Гейла на высокие кубки. Ну, как высокие кубки? На 700, там, на 750, возможно, но это не точно. Ну что же, давайте, ребята, до новых встреч. Всем пока!